как обычно, очередная пятиминутка от котиков и ротиков. Как обычно, постараюсь меньше говорить, больше показывать. Но, в принципе, ничего не происходит. Чего, ребят? Приехал брат, он мне помогает там кое-что приремонтировать. Ну, посмотрите, что как бы происходит. Тоже за лаской пришел пусть. Ну. Пусть. Принеси клей, пожалуйста. Пусть. Клей, клей принеси. А он все скотчем. Не-не-не, Генаша, Генаша. Спасибо. Клей. Пусть. Клей. Пусть. Неси клей. Неси еще. О. Неси, неси мне. Пусть. Давай. А молоточек где? Пусть, молоточек неси. Пусть. А, неси молоток, придурок. Давай, давай. Хватай его. Ой. То есть он у меня с такой укоризной, как будто я его заставляю. Ну, ну да, мешки ворочать. Давай. Пусть. Давай. Молоток неси. Вон, сейчас шуйник принесет. Молочек сладкий. Колбаса. Ой. Ты за его какой негодяй, а? Как его корежит. Пусть, ты мне объясни свое поведение. Почему ты себя так плохо ведешь? А? Шунь, хоть ты что-нибудь сказал.